Рекордное число танцующих и всеобщая энергетика позитива огромного Йохора зарядила присутствующих хорошим настроением надолго. На театральной площади перед театром оперы и балета собрались люди разных поколений. И даже мороз не помешал глобальному хороводу. Традиционный бурятский йохор танцевали и по всему миру. В США, Торонто, Париже, Лондоне, Барселоне, Пекине, Стамбуле, Улан-Баторе и в 18 регионах России в хороводе встретились выходцы из Бурятии. Это укрепляет все бурятские народы. Ага. И нормально, все, это молодежь, это все. Все забывает. Нормально. Спасибо. Спасибо вам. Пардон. Все то, что проводятся такие мероприятия, ведет трансляции со всего мира, это очень приятно. Мы как бы соединяемся с остальными нашими бурятами. Очень молодцы, очень организаторы, это очень круто. И все, настроение вообще отличное. Первые лица республики поздравили танцующих с праздником, но сами участие во всенародном йохоре все же не приняли. С Новым годом, белым месяцем! Счастья, здоровья, успехов, благополучия! Чтобы все было у вас хорошо и в ваших семьях! Этот год принес вам только радость! Тагалганар! Тагалганар! В целом, глобальный йохор 2013 удался, и все, кто принял в нем участие, действительно верят. В новом году змеи у них все будет отлично. Анастасия Лисова, Чингис Асадоев, Новости дня.